На этом автомобиле я так выезжаю в институт, как бы удобная машина просто по городу ездить, стоять в пробках, как бы намного интереснее, ну как бы лучше и удобнее, чем, допустим, вот этот автомобиль. На Бентли неудобно ездить? Проблема выбора, как известно, одна из самых трудных. Студенту Расулу 19 лет. У него 6 машин, каждая из которых недостижимая мечта для рядового автомобилиста. А Расул просто выбирает. Хотя сам он суперкары не покупал. Это подарок от тестя моего, это подарок от дяди, а это вот остальное отец. За руль своей самой любимой машины Расул садится не так часто, как хотел бы. По московским улицам ездить на ней тяжело, а зимой так вообще невозможно. Раньше Расул тоже обожал участвовать в гонках по ночной столице. Но 2 года назад женился, понял, что в глазах отца он теперь взрослый человек и взялся за учебу. Он живет в элитном комплексе на западе Москвы. На руке золотой Rolex. Про таких и говорят, золотая молодежь. Однако вечно сидеть на шее у родителей Расул не собирается. Там 500 000 взял, пацаны, едем отдыхать, еду отдыхать. Завтра, извините, что-то не так пошло, там у родителей или там у кого-то, все. Эти все пацаны, абонент временно недоступен.